Сейчас забросились под бах, под бабах, под собакой, короче, на еще один залаз нашли новый, не такой, как в прошлый раз. Сейчас идем искать ту, тот портал, короче, подземку. А слышь, вот это здание, возле него портал. Сейчас, короче, будем туда пробираться, прям вот так вот в воду, потому что надо изучить. Вот, и в принципе, сегодня попытаемся побольше изучить это предприятие. Вот, оказалось, что есть залаз неплохой, легенький такой. Но легче, чем в прошлый раз. Вот, вон, шахта какая-то неизвестная. Вот у нас тут шарящий. Что за выша такая? Завал. А что за выша-то? Я не знаю, выша такая, балка моя. Смотри, и вот тут вот спуск, завал полный специально. Смотри. Ага. Сейчас проверим. Да, вон. Вот наш портал. Наша? Да. Пиздец, блядь. Первый пошел. Насколько там все плохо? Не вязнешь? Не вязнешь? Ну, что за наебы, блядь? Чего? Это просто бак с водой. Он да? Очень... Он заканчивается, блядь. Ну там может... Что за неуважение? Там нихуя интересного, блядь. Короче, там оказался просто бак с водой. Обидненько, но не критично, потому что у нас еще здание. Кабеля. Пустые. И ворота. Заперто. Один из залазов. Забрались в одно из зданий. Все-таки. Что там? Лопата охуенная. Может, зашла барим? Дима, смотри, на секунду все, вырубаем свет. Сейчас. Я ставлю минимальный. Охуенный прожектор? Да. И дальник тоже? Да. 100 рублей. За 100 рублей мало. Буду снимать ноги, потому что больше ничего не видно. Так ты что, Евгений, что-то страшного? А? Ну, входи со мной. Со мной ты точно сможешь убежать. Рельсы. Чё тут, чё ты такое? Да, не. Здание какое-то полузаброшенное. О. Какой-то бетон. Тут краска. Туалеты были когда-то. Стой. Тут вот такое здание, ничего не видно. Скорее свети хоть ты еще. А вот тут. Вот тут прям недавно. Может вчера. Опа. Возьми, дай. Стули какие-то тут. Ничего не видно, вообще ни черта. Может, вам что-то видно, конечно. Но меня лично на камере показывает то, что вообще темень полная. Сейчас. Ломы пожарные, лопаты, огнетушитель. Вот тут продолжение. Тут кто-то был с 3D. Тут
Эй! Тут где-то ПП должно быть. Смотри, какие пики, это уже наконечник. Тут где-то ПП. Он респиратор нашел, имбейший, как у меня. Где-то ПП должно быть. Ебать, так это же... Твой ящик. Где-то ПП должно быть. Так, не будем выносить из ящика, чтобы... Не поняли то, что кто-то тут был. Открой. Ебать. ПП там, мне кажется, где-то есть. А вот еще, кстати. Вынесли уже. Ладно, сейчас пройдем сюда. Что, надеюсь, все увидели. Так, второпясь. Потому что тут больно, ну, опасно, в принципе. Это только первый корпус. Мы еще попадем в остальные. Особого освещения нормального нет. Потому что именно сюда заходить. Но так-то, в принципе, возможно реализовать. Вот этот корпус. Короче, вот еще какой-то вагончик. Зайдем в него, посмотрим. Ну, он-то точно заброшенный, это видно. Еще один периметр вот этого всего. Так да. Так вот скважина-то вроде. Да? Сейчас, из-за угла посниму. Вон, там скважина, одна из. Обычный вагончик. Вон там горит свет. Кто-то обитает. Вот тут на кран можно было бы забраться, но сейчас... Сейчас не до этого. Вот, вот сюда можно еще забраться. Но это не сейчас, а как-нибудь в другой раз. Сейчас приоритет на другое, именно на здание попасть, раз уж тут все так открыто. Так, надо обойти борщевик. Вот тут были только что. Там еще что-то есть. А мы идем далее. Ой-ой, тихо. Палево. Надо вот сюда. В лес. В лесной массив. Да какие тут камеры? Не она. Если тут двери все открыты, какие камеры? А вон там на замке, там открыто, там на замке, блядь. А он вечный рабочий. Да. Вон еще одна открыта. Так вообще. Ебать, так. Это самое просто, да, за сотку. Покупаем штуки еще. Так. Что тут мусор? Срань. Да тут вообще все заброшено. О, что-то типа, шкафчик для вещей. Всякое вот такое. Сколько? Там 8 штук было, я насчитал, в том здании прошлом. Нет? Слышь, это имба, и как прожектор, и как... Ну, мне как вообще... Да. За сотку код просто. Лучше не найти. Да, в этом... В этот раз, к сожалению, без фотика, потому что тут сюда его лучше не таскать. Слишком опасно для него. Он же неженка такой. Ух! Вот из-за таких вот моментов как раз-таки... Поэтому качество фоток будет не особо хорошее, но хотя бы будет. И вообще, Цикорю за фонарь спасибо. Временный. Что тут есть? Что? Там нет ничего. Нет. Ну, сфоткай. Вообще тут по суете так-то передвигаемся. Туда же. А? Завтра сюда идем, короче, только уже на фоне фотографировать. Так да. Ну пока что так. Мало ли что будет послезавтра. Я просто завтра не смогу вообще никак тут туда. Да никто не сможет. А чё? Тут просто купить фотки.
Какие-то офисы, я так понял. Тут где-то должен быть подъем же на второй. Чё там? Проходи. Пропусти. А чё там, есть проход? Есть проход? Нету, нету. Тут чё-то пик, что ли? Хуя с этой стороны, кажется, короткий коридор забудет. Да. Вот этот Евгений лезет. Ну давай же, тут проще посол. За нечаянно бьют отчаянно. Блядь. Тут пол тут пиздец, конечно, полный. Посади вдаль. Да тут так-то он должен быть кирпичный посередине, ну, после деревянного. Но мы-то все равно аккуратничаем, блин. Надо обойти, убедиться, что тут либо что-то есть, либо ничего. Где фильмы, слышишь? А? Где фильмы? Ты чё? Для работы, например, на станках всяких. Ну, заебись. Эка. Короче, иди по двум доскам, чтобы распределять вес на воду. Бля, где фильмы сидят, чувак? Обидно, где грязные, блядь. Ну, а ты-то чё хотел в таком помещении? Они обычно... Как тут туалеты? Они обычно вообще живут в любых туалетах. Дай. Это ты насал? Да. Вот тут прикольно со стульями. Ну да. Пойдем. Бля, вот это гниль ебаный. Во-во-во, вот тут самое опасное, я думаю. Так погоди, там пол-то реально, кажись, кирпичный потом. Что-то мы просто так. Ну, не факт. То, что правду говорю. Фу-фу-фу. Вот такого, конечно, у меня еще ни разу не было. Закрытая какая-то комната. Там лишь запись секунду. О! Ты да ладно. Ты же... Погоди-ка. Так это наши. Наши? Блять. А как вы сюда зашли? Через окно так же. Ты через окно зашел? Он же соло. Через окно зашел? Смотри, смотри, тут лестница есть, оказывается. Куда-то побежали? Пробежались. А они-то где? Они там остались. Снизу? Да. Рядом хоть? Жалко, нету спуска в ББ. Нету никаких. Я думаю, тут точно где-то есть ББ. Там ничего нет. А, так вот. Или тут не замок. Да мы выйдем. Короче, пойдемте выйдем, где залезли. Да нет, давайте тут выйдем. Да там ломать придется. А, так вот еще цех какой-то. Ой, проберемся так сейчас вот туда. Выходили, да, там медь нахуй. Кто? Медь. Так. Вот это пиздец. Первый провал. Короче, все, идем изучать далее. Пока мы были там, пацаны, нашли еще какой-то корпус. Потом еще вот сюда заберемся. Я уже, наверное, предполагаю, куда. Идем далее. Надо еще вот этот недостроенный цех залезть. Чего-то все шугнулись. Только что какого-то звука. Там за нас, там. Так я и говорю, вот. Так это птицы, блядь. Гений. Так это... Вот, ты посмотри, тут все шелушится. Дай-ка фотку. Только что был звук вон оттуда. Вон, свисает вообще. Давайте проверим, что там шелушилось. А вот именно, что там ничего не шелушилось и не будет вообще шелушиться. Ну, это там полно, а? Да, нет. Ну, надо пока сюда. Что мы сейчас и сделаем.
Вон лезем через еще один из нас. Все, вот такой вот цех недостроенный, я так понял. И тут, короче, вот такая вот, такие штуки. Всякие станки. А вон лес там. Стабилизации никакой вообще, потому что вообще тут дизель-генератор. Надеюсь, это не он, потому что если он, то значит тут точно есть ББ, и значит, что его вынесли, и ББ дострой. Это особо, ну прям так очень-очень сильно не шарю, так знаю базу. Но я не помню, как дизель выглядит. Тросы железные. Там вообще наверху что-то есть. Можно на крышу попробовать забраться на мой цехов. А вот тут уже что-то было. А, не зайдут. В другой отдел. А если наоборот? Вот там уж точно не могло ничего пошелыхнуться, поэтому съебываем. Короче, вот лезем. Тихо. Чё цепляешься? А? Цепляешься. Тимка, тоже лезем. Чё? Всё, считай тут. Thank you.
Да. Короче, все. Весь цех обошли. Да. Для причины вернулись еще в цех, в котором мы уже были. И вот тут такая вот штука интересная. Короче, бомбарь найдем в следующий раз. Вот. Что-то мы, ну, немного пропалились. Немного нас меньше стало. Да и вообще уже устали. И стемнело. А в темноту светить фонарями полиции не особо хочется. Поэтому на сегодня пока что все. Вернулись на НПЦ. Еще проделываем за вас. Еще один цех. Собрался в какой-то цех. Только вот выглядит он совсем уж рабочим. Надеюсь, никого тут нет. Короче, мы нашли склад керна. Вот он, керн, который тут добывают. Погоди. Вот керн. Его тут добывают на НПЦ. Будет скважина и добывает керн. И хранится он вот тут, оказывается. Год. А вот самая странная часть. Надеюсь, тут никого нет. Как я понял, я лично не знаю точно, что такое керн. Но я знаю, что это какой-то камень. Для чего-то там он нужен. Вот эта вот стрёмная часть. Там какая-то проходная как будто. И там какие-то звуки. Или это друг мой. Не знаю, короче. Короче, это оказался склад керна. Ну, я выбросился, потому что начался какой-то движ. Сейчас будем идти в сейф-зону.